Завтра, в субботу, 21 мая, в городе Симферополе пройдет мастер-класс по съемкам крымской короткометражки, это ремейк знаменитого английского фильма под названием «Знаки». Мы решили в учебных целях раскадроваться и снять историю молодого человека и девушки, которые в силу обстоятельств обмениваются между собой сообщениями, написанными маркером на листах бумаги формата А4. Диалог этот будет происходить между берегами реки Салгир в центре Симферополя. И сюжет выстроен таким образом, чем мы хотим отстроиться от английского фильма, что наш молодой человек более харизматичный, более целеустремленный, не такой ведомой женщиной. И мы хотим решить несколько сразу вложенных задач. Во-первых, мы хотим пройти полностью цикл производства. От раскадровки, съемки, монтажа, озвучания, цветокоррекции. И мы хотим сделать короткометражечку, в результате которой слушатели наших сценарных курсов и нашей киношколы войдут, почувствуют атмосферу площадки. Это вот очень важно с учебной точки зрения. Хочу сделать важное объявление. На роль девушки, которая будет играть художницу, рисующую пейзажи речки Салгир, приглашается любая молодая девушка в возрасте от 16 до 116. Место встречи завтра в 12:30, площадь Советская, кинотеатр Симферополь, возле центрального входа. Телефон для справок и все координаты в подписи к этому ролику. Спасибо за внимание.